Здравствуйте, Давид. Это видео про ваши чипы. Сейчас мы их проверим. Как вы и просили, запрограммировано 45 мм фокусное расстояние, диафрагма 3,5, ловушка фокуса отключена. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Перепрограммировать можно на 6D, если заметите, бэк или фронт фокус очень сильный, тогда можно будет откорректировать точку фокусировки. И второй чип запрограммирован точно так же. Полочки для наклейки лежат здесь же. Даю кусочек двухстороннего скотча сильного. Может пригодиться для первоначальной наклейки. И даю профессиональный калибр. Обычно он идет в комплекте от 5 купленных чипов. Но поскольку у меня чипов осталось мало, и вы у меня постоянный клиент, вот такой вам небольшой презент. То есть с ним установка чипов гораздо проще, чем с обычным калибром. Вот, видите, то есть все очень хорошо позиционируется. Ну, я вам еще на почту более подробные инструкции по установке пришлю. Так, как мы и договорились, я написал в таможенной декларации подарок и цену 5 евро. Надеюсь, греческая таможня не будет задавать никаких вопросов. Сейчас я это все упакую и сегодня отправлю по Укрпочте. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.